на самом деле непонятно, почему раньше так никто не делал. Посмотрели, оценили, что да, необычно. Да, поначалу люди будут очень удивляться такому дому, потому что сейчас тоже говоришь людям, ну, я там в круглом доме живу. Он говорит, в круглом доме? Он говорит, да, понятно, понятно. Я говорю, не, фотографию посмотри. Смотрит, офигеть, настолько круглым. Бывает дом уютный, бывает дом красивый, бывает дом там теплый, а вот здесь вот слово такое хорошо.